Едем дальше. Цитаты, оно же кавычки. Очень удобный формат, когда вы хотите внушить что-то человеку, причем безо всякой ответственности за свои слова. Вы можете сказать, что еще Владимир Ильич Ленин говорил, что надо учиться, учиться и учиться, тогда жизнь ты сможешь достичь любых вершин. Говорил Владимир Ильич Ленин. Когда вы используете информацию цитат кавычек, вы можете говорить человеку прямо, явно, в лоб, прямое лобовое внушение, но ссылаясь на кого-то там, что он там. Филипп Бедросович Киркоров в одном из своих выступлений говорил, что тренинги по гипнозу очень сильно помогают людям восстанавливать хороший контакт с окружающими. Говорил Филипп Бедросович Киркоров. И, наверное, именно поэтому у него столько много денег и столько много поклонников. Причем здесь в чем фишка? Что вот этот формат сработал, формат цитат, вы должны ссылаться на того, кого лично, кому внушаете, он не знает. Потому что если вы скажете, наверное, ваша бабушка говорила, что Коля Соколов Борисович, наверное, самый лучший тренер в России. Может, мне такая бабушка не говорила. А если там сошлетесь, древние греки, там этот Аристотель, там Платон, этот Маркс, Энгельс, Гитлер, в общем, есть единственное уточнение, что тот, на кого вы ссылаетесь, у него, на кого ссылаетесь, внушаемого не должно быть негативных ассоциаций. Потому что если там либо нейтральный, либо позитивный. Потому что если, например, там человек Гитлера считает там всемирным злом, а вы ссылаетесь на Гитлера, вы через вроде бы эту фразу на себя начинаете натаскивать негатив. Я думаю, это не то, что вы. Поэтому какие-нибудь там нейтральные там все. Платон, Сократ, Аристотель, Кант, в общем, там Фихтенгольц, в общем, вот, или сюда же. Вчера на сайте РБК News я прочитал. И дальше опять же там, что бензин, не знаю, там в ближайшее время то ли подешевеет, подорожает, поэтому нужно покупать там, и какую машину там продавить. Потому что она очень экономичная.